И снова всем привет! Вы смотрите новое видео, и наконец-таки я нашел эти самые вайслинские джунгли. И как оказалось, чувак, который мне в интернете подсказал, куда топать, просто перепутал запад и восток. Соответственно, я пошел сюда на восток, и тут кроме гор больше ничего нет. На самом деле нужно было топать на запад. И вот на западе вот тут находится болото, а вот через реку мы переходим, и это уже идут джунгли. И здесь мы будем искать Шиву. Вайслинские джунгли. Отлично. Something is coming your way. Be ready. Надеюсь, долго искать ее не придется. There are enemies ahead. Ребята, and stay down. Не подходит. And stay down. I kill you. And stay down. What a perfect day to begin a journey. В принципе, как и всегда. Все ж ко мне прут. Такого сделал. Yes. Так, тут ничего. Очередная бочка. Давайте попьем. Yes. Плохо нам от этого еще ни разу не было. Опс, не туда. Да, интересные джунгли. Красивое место. Мне тут нравится. Врагов, конечно, много, но куда же без них. Опять золотишко. И зелье здоровья. Магией я не пользуюсь, поэтому мана тут особо не нужна. Зачем тебе бутылочки? Something following us. Kill it. Логично, логично. Так. Yes, I feel strong. Красный кристалл. Something is coming your way. Be ready. There are enemies ahead. О, здравствуйте. And stay down. Так, храм и лата. And stay down. Здравствуй. Хорошее место. Совиная пещера. Но мне туда вроде бы не надо. Не затем я сюда пришел. Так. Отлично, тут мы еще не были. Ищем дальше. Эту Шиву. Так. Something following us. Kill it. Спасибо. There are enemies ahead. Как же тебе прыгать? Подходим, подходим, не стесняемся. Все получите. I kill you. Отлично. Так, опять в горы можем прыгать. Отлично. We have a great view from here. Так, гнездо Паокай. Ну, как-то не хочется. Something's coming our way. Be ready. Falling into a crevice in the middle of the night is not a good idea. О, а вы еще кто? А, графи. And stay down. Так, кто еще? А еще он гости. And stay down. Ах,
мы опять с вами исследуем горы. Something's coming our way. Be ready. Что ж поделаешь, раз уж... Great! Flanking us. Enemies to kill! Ha! And stay down! И очередная книжечка. Ну, хоть это хорошо. Будет что почитать после завершения записи храма Лата. Так, храм Элата, опасная пещера. Да в этих опасных пещерах, кроме боссов, ничего толкового-то и нет. Одни боссы. Боссы и пещеры, пещеры и боссы. Но я, походу, кто-то далеко зашел, мне явно не сюда. Давайте лучше возвращаться. Прямо, прямо, прямо. Отлично, есть. Вайслинские джунгли. Найдите Шиву. Да, мы тут. Осталось ее только найти. Только где она? В здании или здесь на улице где-то бродит? Наши герои опять устали. Разумеется, бродить тут. Так, очередной обелиск. Так, Вайслин. Прочитаем. Yes. Always happy to help, if asked nicely. Отлично. Опять дофига золота. И аптечка. Да бери ты аптечку. Капец, я уже почти все джунгли обыскал. Где это Шиву? Кошмар. Yes. О. Running on Mother Earth under Father Sky. Все, я хожу кругами. Ладно, ребята, я снова прерываю запись, и когда найду ее, продолжу. Так, ну и буквально вот прошла минута, и по счастливой случайности я ее нашел. Вот тут ее хижинка, лошадка стоит. И по карте она у нас находится вот здесь. Буквально я вот просто вокруг побродил, а нужно было пойти вот сюда. Вот как-то так. На местности она находится вот приблизительно тут. Входим. И вот она. Шива, приветствую вас, путешественники. Я как раз заварила чай. Кто хочет чашечку? Так, слухи, задания, обучение. Ну, магию мы не изучаем. Так, задание Дунстан. Да, Дунстан. Когда-то мы были хорошими друзьями. В нашем отряде было 5 человек. Мы были искателями приключений, как и вы. Мы услышали об этом таинственном месте, гробнице тысячи страхов, крепости безликих, дорога к которой была забыта со времен войн древних. Мы нашли ее к востоку отсюда, под Вентирскими горами. Мы разобрались, как открыть древние двери, запечатанные много лет назад. Жаль, что мы так и не поняли, что это была не крепость, а тюрьма. И те, кто ее построил, сделали все, чтобы никто не смог выбраться наружу живым. Один за другим мои друзья погибли в ловушках гробницы. Или были убиты порождениями теней, подкрадывающимся к нам во тьме. Вскоре я осталась одна. Я совершила единственный разумный поступок. Я убежала. Как оказалось, Дунстан тоже остался жив. Он ухитрился выбраться из гробницы вслед за мной. Я обрадовалась, увидев его, но ненадолго. Он был сильно изранен. И я говорю не только о физических ранах. Он как будто стал совершенно другим человеком. Холодным, циничным, злым. Может быть, он решил, что я предала его,
и хотела бросить в гробнице. Вскоре мы с ним расстались, и я больше его никогда не видела. The tomb of a thousand tales. We're here to help. A name once whispered in dark tales told around the campfire, and to instill fear in the hearts of unruly children. It was not a mere legend. It existed. And if the raiders were to uncover Dunstan's past, this is where their path was headed. Отлично. Мы ж буквально там только что были. Ну ладно. Хорошо. А, значит, с ней мы побеседовали. Теперь найдите гробницу тысячи страхов. Вантийские горы. Ну да, мы там были. Ну, значит, не зря ходили. Зато теперь знаем, куда нам надо отправиться. И это хорошо. Просто отлично. Холод. Ох, все ослабли. Хорошо. Отдохнули. Отлично. Переходим через реку. Так, и с помощью карты отсюда мы сваливаем. В эти самые горы вандийские. I feel watched. Волки хорош. Отлично. А, так, тут тупик. Не туда пошел. А, так. Сюда. Поворот. Brigands can come. Теперь вот Orc is waiting for them. Отличненько. Yes. Running on Mother Earth, under Father Sky. Это морская гавань, я уже близко. Я уже близко. Осталось только забраться в те самые горы. Отличненько. Теперь, когда я получил все благословения от тех драконов, у нас все супер. We are getting close to Father Sky now. Так, еще один портал. Наверх. Нам нужно топать чисто наверх. Местность мы уже зачистили. Так что никаких особых трудностей возникнуть не должно. Так. Так, так, так. Не туда я пошел. Something's coming our way. Be ready. I feel so tired. Нам вот сюда. Отлично. Watch your step. Falling into a crevice in the middle of the night is not a good idea. Так, ну вот мы, как я понял, да, и дошли. Ох, опять наши герои устали. Но это неудивительно. Отдохнем. Так, гробница тысячи ужасов. Ну, входим. Та-да, зачем подтверждать? Переходим. Сейчас там всех вынесем. Yes. Итак, More акт glory. Третий завершен. Отлично. Таинственный эльф. Итак, герои, нашли идею, за которую стоит драться? Но стоит ли она того, чтобы умереть за нее? Вы должны узнать это. Надеюсь, вы не боитесь темноты. As the large stone doors closed shut behind them, true fear descended upon the raiders. There was no way out.
and they had no knowledge of the horrors waiting for them in the belly of the mountain. Это не круто. But they did not give up. Even the darkest shadows could not smother the tiniest spark of hope. They would shield themselves with comradeship, arm themselves with resolve. And they made an oath to the memory of their mentor that the Tomb of a Thousand Terrors would not become their final resting place. Правильно, сдаваться не надо. Отлично, найдите выход из гробницы. Ну, в принципе, если судить по логике, то вообще сюда соваться не надо было. Факел. Being here doesn't feel right. Something following us. Enemies to kill it. Вау. Ого. I'd kill you. Я тоже могу вылупить. Все, получил. А глазик страшный, однако. Yes! Так, что у нас тут безликие? Ладно. О, здрасте. And stay down! Да. И это все. Да будет свет, сказал электрик. Отлично. Второй этаж. Ну, все обследовать здесь я не имею желания. Я хочу найти выход, поэтому топаем на второй этаж. Раз нас спускают. Something's coming our way. Be ready. Опять головоломки. I'd kill you. And stay down. Отдыхайте. Так, тут мы ничего взять не можем. Куда это я снова попал? Непонятно. Something is coming your way. Be ready. Опа-на. Где враг? Ох ты ж, сколько вас мрази. And stay down. Спокуха. Подходите ближе. Отлично. Кто следующий? Что все? Вау. Это что за тентакли? Ладно. Enemy is flanking us. О. Now is not a good time. Я в ответ. А, вот текста. Как имя ему? Так, ну это я уже видел. Точнее, вот так. А, как имя ему? Ну так должно же быть правильно. Но если так. Как имя ему? Может, с большой буквы надо?
That won't work. А как имя ему? Я не... Ого. Сейчас. That won't work. Обалдеть. Я ж... Или это не та загадка? Да, походу не та. That won't work. Ничего не происходит. Как имя ему? А, ладно. Значит, не то. Seen something. Something is coming your way. Be ready. Так. Один. Начало эры нам покажет, как угасает мир. Спокойствие узрит конец, и вновь начнется битва. Черный круг, где сила рождена 3. Непонятно пока. Ладно, давайте дальше обследовать это место. Так, и толку опять никакого. What is that? Something is coming your way. Be ready. I kill you. And stay down. And stay down. Так, ну если на меня так нападают, то я уверен, что иду правильно. Да, третий этаж. Отлично. Фух, та загадка не стала нам препятствием. Ну и ладно. Третий этаж. Хорошо. Так, сюда мы не проходим. А... Ну, как-то так. Ну, что за... Это у меня клавиатура лагает или заедает что-то. Ну, ладно. Так, давай ты. Спасибо. Yes! Совершаем действие. Это что за музыка? Something following us. Kill it! Это что было? And stay down. Так, спасибо за левел. And stay down. And stay down. My skill is improving. Да. 25-й левел у моих героев. Это достойно. Yes! Открыть дверь. Отлично. Очередной портал, но туда я пока заходить не намерен. Я хочу все обследовать. Откуда я знаю, куда эти порталы меня приведут? Something's coming our way. Be ready. We're being attacked from behind. Так, хорош. And stay down. Любят же со всех сторон нападать, а? Так, за золото опять же спасибо. Фу. Открыть дверь. Капец, все двери открываются. Меня это немного настораживает. Что это?
Опять же, золото и зелье. Эта дверь здесь не открывается. Запомним. Опять очередные порталы. Дверь управляется где-то еще. Хорошо. Итак, судя по карте, я уже много где побывал. Ага, одна дверь не открывается. И нам тут нужно найти правильный выход. Ага, называется «Думай, как правильно выбраться». Так, на кнопочку нажал. Ага. Отлично, еще на одну кнопочку нажал. Так вот. Так, потухло. Так, нажал. 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 Отлично, порталы исчезли. Значит, я все сделал правильно. Надеюсь на это. Так, и судя по карте, теперь у нас опа-на. Be ready. Противники обнаружены. И они нас поджидают, твари. There are enemies ahead. Stay down! Я принимаю бой. И что дальше? Ну? And stay down! Ох, слабощё. Подходим ближе. And stay down! Too much stuff! Да, все оказалось не так уж и сложно, как казалось на первый взгляд. Четвертый этаж, ух ты ж ё. Ну, надеюсь, что он будет последним. Надеюсь на это. Так, отдыхаем. Так, хорошо, сохранились по-быстренькому. И вот теперь, ух ты ж ё. Так, у меня ж мурашки пошли. Нам нужно правильно отсюда как-то выбраться. Заберем все. Yes! Отлично. Опять порталы. Спасибки. Так, это я походу что-то активировал. Ну, ладно. Допустим. Хорошо. Yes. Походу мне надо будет все активировать. Они не походу, а все. Это же логично.
Так, сюда мы не можем, сюда не можем. Значит, сюда мы уходим. Ой-ой-ой. Ненавижу я загадки. Они меня просто бесят. Тут все было. Сюда никак, туда никак, и сюда никак. Так, отсюда я пришел. Отлично, тут мы еще не были, спускаемся вниз. Вот так вот. Something is coming our way. Be ready. And stay down. Хорош. Too much stuff. Bags are full. Класс, нету места. Отлично. Ну, ладно. На аптечке место есть всегда. Так, стоп, тут мы были. А еще что-то тут есть полезное для нас? Нет. Туда нет. И тут, как я понял, мы были, да? Или нет? Да, были, были, были. А раз были, то давайте зайдем в этот портал. Активация есть, произошла. Отлично. Это счастье для меня. Something following us. Kill it. Ух, ты ж её, дракончик. А я чуть было не испугался. Обязательно тут все пройду. Это просто вопрос времени. Отлично, я дошел. Теперь идем сюда. Забираем наши призы. Теперь тут. Yes! Вперед идти нам не позволяют. Значит, сюда. Something following us. Активация. Kill enemy attacking from behind. Stay down. I'd kill you! Подлечимся. Отлично. Так, я опять что-то активировал. Только ж пойми что. Вы бы показали, где проход какой-то активировался, да? Что-то в этом духе. А то думай сам. Так, сюда пока прохода нет.
Something is coming our way. Be ready for it. And stay down! And stay down! Значит, я все делаю правильно. Если на меня так сильно нападают. Отличненько. Ну еще что-то активировали. Когда же это прекратится? Уже надоело бродить. Something is coming your way. They're flanking us. Просто еще. Же вас тут меня хочет убить, а? Я в шоке. Я невкусный. Не надо меня амкать. Something's coming our way. Be ready. Be ready. Да что у тебя? Око ужаса. Отлично. Босс повержен. Я счастлив. Что у нас тут? Топор. Не нужен нам топор. Трупак. Кристалл снов. Последнее приключение Дунстана. Так, ты что, Дунстан, пошел сюда? Че что? Ладно, я все это почитаю уже потом. Да. Печаль, беда. Отлично. Теперь мы, походу, можем отсюда выбраться. Надеюсь, это последнее, что надо было активировать. Выход. Где выход отсюда? Выпустите меня. Да, это выход. Это выход, теперь нам открыт. Пятый этаж, что вы издеваетесь? Я уже думал, все. Капиен. Нравится мне все это. Снова эти порталы. Так, давайте отдохнем. Один разок. Да что за подстава? Это опять головоломка. Женщина из темных эльфов, поразительной красоты, с величественной самкой. Она улыбается. В этом нет необходимости. Вы на одной стороне. Кто? Меня зовут Эруин. У нас один папа.
Эребос, мастер ассасин, безликий. Вы знаете его под именем Дуриса. Но это долгая история. А здесь небезопасно. Пойдемте с ним. Поговорим у меня в лагере. Отлично. Вы стали занозой в боку Эребоса. И вынуждаете его поторопиться с задуманным. У нас мало времени. С чего мне начать? Ну что ж, задание. Мы – дети леса. И это дает определенные преимущества. Магия Земли помогла нам открыть в горах расщелину, по которой мы спускались в гробницу. Вы сможете через нее выбраться. Предупредите свои народы об угрозе, которую предоставляет Эребос. Я в одиночку нам мало на что способна, но вы сможете одолеть мастера ассасинов, пока он не преуспел в том, чего пытается добиться, развязав эту войну. И еще кое-что напоследок. Если вы когда-либо столкнулись с Эребосом, не смотрите на его маску. Именно так Безликий может управлять тьмой, чтобы изменять внешность и контролировать слабые и восприимчивые умы. Так значит, получается, как я понял, по тому трупу, то был настоящий Думстан, или как там зовут. Вот. А наш враг, он просто безликий и принял форму того чела. Как-то так я, получается, понял. Ну, тем более, судя по той записке, что мы нашли. Ну, прав я или нет. Посмотрим. Может быть, у вас достаточно сил, чтобы сопротивляться. Но я бы не стала рисковать будущим этой земли. С другой стороны, если вы сумеете снять с него маску, у вас будет шанс победить. Так, слухи, обучение. Это мы не можем делать, магов у нас нет. Изначальная магия тоже нет. А ты что? Так, мастер боя. Да. We're here to help. We're here to help. Походу зря я согласился на это задание, хотя я не знал, что будет задание, но. Ладно, память Дунстана. А, мы ей отдали. Я понял, мы ей отдали камень снов. А, хорошо, поговорить с Шивой. Мы нашли затопленный храм, который построили наги, легендарную грозовую вершину. Интересно, куда приведет нас следующее приключение? Интересных мест так много, а жизнь так коротка. Это да. Илост. Мне понравилось путешествие по Таллану и Семи Городам, и по островам Дикого Моря, но я начинаю скучать по лесам Иролана. Думаю, это мое последнее путешествие. После него я вернусь домой. Рагнар. Клянусь пылающей бородой Арката, я должен был догадаться, что нельзя найти приличную выпивку в таверне у орков. Логично. Артемис, не нравится мне это. Свет Элерата, да укажет нам путь, да и защитит нас. Так, Вещунья. Я вижу в твоих глазах стремление раскрыть тайну древних знаний Асхана. Ты слышишь шепот духов? Они поют о давно забытых тайнах, о несметных сокровищах и о бесчисленных опасностях, таящихся под горами, разделяющими детей Элерата и Дикого Крыла. Пантийские горы. Нужно следующим же королем отправиться в Карталь. Мне кажется, это путешествие изменит всю нашу жизнь. Ну да. Так, ну походу это все. Открываем дверь.
Так, и куда мы опять попали? У вас нет подходящего ключа, чтобы отпереть эту дверь. Осторожно. Лишь Асха знает, какие опасности ждут нас за этими обсидиановыми воротами. Никакая магия не помешает нам раскрыть тайны этого драконьим и забытого места. Но это наша судьба, я в этом уверен. Конечно, конечно. Так, ну, побеседовать с ними нельзя. Открываем дверь. Так, вот текста. Лишь тень без чести, без славы, без жалости. Ведь столько страхов в этой могиле. Вот текста. Отлично. Так, надо подумать. Так, ну, я тут подумал минуту, и, судя по последней строке, сколько страхов в этой могиле. Как мы помним, пещера называется Тысяча. Ну, посмотрим, что будет. Отлично. Тысяча страхов. Все правильно. А то я думал, просто нужно какое-то слово назвать. Но раз число подошло, отлично. Капец. Большие тентакли. Жаль, что мы отсюда выкинуть ничего не можем. Но это мне не надо. Мой шмот и так нормульный. Так, похоже, это какое-то закрывающее заклинание. Ему не совладать со священным светом Эрана. Назад. What the fuck? Налево. Чисто пополам. The ring following us. Enemies to kill it. Вот это жесть. They're flanking us. Yeah! And stay down. Так, одолели. Отлично. Не справится со мной. Всех одолею. Задание на свою голову, дабы узнать историю Дункана. О, мост. На мосту мы еще не были. Рагнар, бегите все, я их задержу. Но что, мерзавцы, этот гном вас не боится.
Сейчас увидите, как ярко пылает его душа. Подходите. А, так, и что произошло с тобой? The ring following us. Enemies to kill it. And stay down. I kill you. Отлично. Так, хватит меня преследовать. I kill you. And stay down. Фу. Да чтоб тебя. Да, тентакли и его убили. Мне повезло. Правильную дорогу. Отлично. Так, ну теперь давайте прямо пойдем. Something is coming our way. Йо-мой. Be ready. Попал в засаду. Ну, выбора нет. They're flanking us. Stay down. Пора подлечиться. Супер жидкий, супер жидкий. Теперь все отлично. Stay down! Да, мощные у них атаки. Тут не поспоришь. Something is coming our way. Be ready. Вот тебе на. Басяра. Я это все, что его, что-то отравлять. Так, в бестиарии была добавлена запись Мальбет. Так, мы оказались. Ой-ой-ой-ой, так. Вылечимся от отравления. А то нам сейчас будет капитально плохо. Отлично. Ну, вот так вот. Попили. Блин, маска. Дунстан, кто? Что ты такое? Слуга Маласы? Собственные сородичи предали меня и бросили гнить в этой тюрьме до скончания времен, пока от меня не останется лишь бессловесная, бессмысленная тень во тьме. Но, похоже, у девы судьбы свои планы на меня. Теперь я свободен. Спасибо, герой. Чудовище, я скорее сдохну с драконами в этой забытой дыре, чем позволю тебе снова вдохнуть воздух свободы. Ты можешь сожалеть о своих поступках, смертный, но ты не можешь их изменить, даже ценой своей смерти. Yes. О нет, что More же glory. Я наделал? Асха, смилуйся над моей душой. Понятно. Вот оно что. У нас получилось. Вот такие вот дела, друзья. Ну что ж, давайте, пожалуй, на этом я завершу данную серию. И продолжим наши приключения уже позже. А на сегодня все. Всем пока.